Всем привет, я в поле, трактора, вот, был подсолнух, трактора уже все перепахали, вот это здесь лес, с лесополосой отсюда, когда подъезжал, вылетело, десятка, два, три голубей, сейчас попробую пройтись, тихо-тихо по лесополосе, они тут курсируют, с поля в лесополосу, здесь кукуруза, ну попробую. Ребятки, вон голуби пошли, вон далеки сейчас. Попробую пройти. Может что-то налетит. Охота на вяхеря, как говорится, продолжается. Ставьте лайки. Вот они летят, 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 летят. Может надо было стрелять? Что-то мне показалось далеко. Попробуем еще. Поближе подпустить, чтобы наверняка. Вот он летит, идет, 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 идет. Нет. Мимо. Мимо. Знаете, что я не взял, ребятки? Я поноску не взял для голубей. Ладно, пройдем сейчас. Вернемся, ничего страшного. Вон и тут. Идут, 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 идут. Может сюда найдут. Стану здесь, посижу сейчас. Куда они пойдут? Блин, неужели туда? А, вот они еще идут, идут. Блин. Не попал я на плотан стоять. Сидят на бугру. На бугру голуби сидят. Много сидит. Десяток. Попробую обойти сейчас. Так, подойти. Трудно будет, конечно, сделать, но попробую. Вон они там сидят, пасутся, подсолнух едят. Погуляю здесь, пойду. Если они заметят, то заметят. Вот за вот этим прям зданием. Вон их видно, ходят они. Боюсь, не достать.
Ай! Так. А, вот один, а вон он под рано. Сейчас мы его. Вон там. Давай. Дай. Давай его мне. Подай. Подай. Ну дай мне его. Давай. Ай. Держи. Ну, возьми. Подай. Куда понес? Фикс. Подай. Дай мне. Дай. Фикс, подай. Подай. Да держи его. Так, второго пойдем. Возьмем. А там еще. Еще поищи. Поищи вперед. Там. Поищи. Вон там. Поищи. Вперед, там поищи. Поищи. Вон. Поищи. Вон. Ты! Подай. Боже. Ну, первый прям тряпочкой упал. Фу! Так, вот здесь по траве надо пройти. Прям по шее попал четко. Фу! Здесь может будет какая-нибудь перепелочка. Фу! Сейчас мы зарядим девяточку. Ребятки, вот так вот, целина. Вдоль кукурузы попробую пройти-то. Перепелка наверняка должна быть. Попробую, может, что-то выгоним. Будет уходить в кукурузу. Ой-ой-ой. Будем надеяться, что фикс найдет. Давай, поищи здесь. Поищи. Давай. Есть одна. Вот. Ах, четко по голове попал, ребятки. Вот, фикс. Вот, сюда иди. Две было. Одну взял. Вот она! Вот! Побежал, вот она! Молодец! Все, фу! Дай сюда! Дай! Нельзя! Все! Все! Вперед поищи еще! Вот сюда! Здесь! Пойдем! Сначала было многообещающее. Вот, здесь поищи.
порох, ребята, вот это зарядил. Десятка. Десятка, девятка дробь сам лил. Я здесь! И порох Сунар 24, вон голуби пошли. Такой резкий прям выстрел. Даже норму пороха не сыпал, сыпал. Норма на 24 грамма. И вот еще голуби пошли. Ну ничего. На 24 грамма 1.35 норма пороха, я 1.30 делал, чтобы не сильный заряд, больше разлеталось. Все равно выстрел такой резкий, понравился мне порох. Обычно соколом заряжаю, но сокол это для дедовского ружья. А в этом году решил купить вот новый порох, попробовать. Вы знаете, резкость боя прям понравилась. Можно даже и 1 грамм сыпать. Не, 1 может и маловато будет. Для перепела. Хотя для перепела может быть и достаточно. Прям такой резкий выстрел получился. Не получилось. Ладно, сейчас еще попробуем. Что, ребятки, приехали еще, собака попила. Попил? Пойдем искать. Вперед. Пройдем сейчас еще раз. Вот здесь всегда был перепел. Давай, давай, давай. Возьми. Возьми. Давай, давай. Давай, 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 давай. Есть. Вперед, 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 вперед. Вот сюда, 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 сюда. Вот, 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 сюда, 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 вот, 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 вот. Здесь, 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 здесь.
Здесь, 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 здесь. Вот, вот, держи ее. Молодец. Вот она. Вот. Фикс. Молодец. 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 Все, 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 все. Все, молодец. Молодец, молодец. Что ты еще сейчас выгонишь? Ё-моё. Ну все, ребятки, видели, да? Две перепелочки, два голубя. Сегодня у нас получился дуплет. Ну вы видели, перепелочки по одному выстрелу. А дуплет, как говорится, дуплетом. Как всегда, дульные насадки Gemini. Евгению привет из Санкт-Петербурга. Такая часовая была охота. За час мы выследили голубей. Дуплетом взяли голубя. Было много голубей, но не налетели. И потом решил пройти по перепелу, потому что поля везде убираются, везде работает техника. Так что ничего с этим не поделаешь. Уборка есть уборка. Решил пройти по целине и вдоль. Вот там вдали у нас. Я там был. Взял одну перепелочку. Еще по одной стрелял. Несколько поднял. Не было возможности стрельнуть в кукурузе. Но вдоль кукурузы перепел еще есть. Ну, в общем, итог охоты. Два голубя. Сейчас их быстро щипаем. Смалим и домой мчимся. Уже вечереет. В общем, охота удалась. Стрелял, как всегда, дульные насадки Gemini 0.30. Паем быстренько птицу. Смалим и домой. В общем, вы видели, как это было. Оставайтесь с нами на канале. Кто не был с нами, приходите к нам в гости. Кто зашел в гости, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. А по патронам хочу сказать, на перепела голуби я, как всегда, стрелял семеркой и 7,5. 7,5 28 грамм, а семерка без контейнера 32 грамма. В общем, два выстрела и два голубя. Неплохой, я думаю, результат. Дуплет хороший получился. А по перепелу скажу, что стрелял самокрутом. Дробь самодельная там такая. Девятка-десятка. Купил порох я для специально для заряжания 12 калибра для гильз. Соколом не стал уже заряжать, потому что соколом патроны уже заводские не заряжают. И купил Сунар. Сунар 24М для спортивной стрельбы. Вы знаете, резкость боя очень мне понравилась. Насыпал даже не норма. Норма на 24 грамма дроби идет 1,35 грамм. Я сыпал 1,30. Но выстрел такой довольно-таки очень резкий. И прям можно даже, по-моему, еще меньше попробовать поэкспериментировать, но это только, скажу, для перепела. Для перепела сильно дробь не нужно, он очень нежный. Перепел, карастель, там какая вот такая будет птичка маленькая. Но выстрел мне очень понравился, то есть вы видели, и результат есть. И на дальний выстрел стрельнул я, первым промахнулся последнего перепела, которого стрелял. Второго, который сегодня был добыт мною.
я стрельну на коротке, промахнулся, а потом вторым выстрелом уже отпустил, спокойно выцелил, потому что сужение сильное. Думаю, отпущу дальше, что-то должно получиться. В итоге, вы видели, получилось, перепел был взят, найден мной и фиксом. В том числе увидел, когда он прыгал, он пытался убегать, но не получилось у него убежать, вернее, не получилось. Так, голубь второй пошел, перья летят, мы щипаем. В общем, ребятки, подписывайтесь, оставайтесь с нами. В инстаграме вы, наверное, кто подписан в инстаграме у меня, Женя Водолаз, там видели, что я уже получил путевку на водоплавающую. Скоро у нас открытие, следующие выходные у нас открытие по водоплавающей. Обязательно будет видео. Обязательно по утке пойдем. Будет с подхода, возможно, будет вечерка. Сегодня накачивал и лодочку, она держит, поэтому на вечерку, может, выплывем. Есть у меня задумки там на один водоемчик проехать, выплыть, попробовать на вечерку съездить. В общем, смотрите, будут видосы и по водоплавающей, так что оставайтесь с нами. Есть у меня еще патроны семерка. Есть пятерка. Пятерку тоже буду заряжать сам. Дробь у меня есть пятерка. Тоже с этим же порохом Сунар 24 буду заряжать пятерку. Ну, может быть, на утку буду заряжать не 24 грамма, а 28. Там есть дозировка 28 грамм. Один получается 1,4 пороха надо сыпать. Так что, ребята, мне резкость боя понравилась. Четкий выстрел, летит куда надо, и птица падает. Падает прям довольно-таки хорошо. Так что оставайтесь с нами, все у нас получится. Скоро будет на водоплавающую. Утка нас ждет. Пока-пока.